Привет, друзья! Продолжаем наши эксперименты. Сейчас у нас на экране новый эксперимент. А какой эксперимент, вы сейчас увидите. Что у нас связь Земли и эксперимента? У нас такой будет эксперимент. Мы размотаем Землю с огромной скоростью вокруг своей оси. Увеличится скорость вращения Земли. Это понесет просто колоссальные изменения на планете. А прежде чем увидеть его, напишите, что будет на самом деле-то. Не в этой симуляции, по крайней мере, а в жизни. Случилось бы. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, кто впервые начинаем. Сейчас мы будем разгонять ее. Период вращения – это период объекта вокруг своей оси. Смотрите, что будет происходить. Я уже видел частично этот эксперимент. Смотрите, что будет происходить с континентами. Сейчас все целое, невредимое. Да, вот так вот, друзья, ускоренное вращение вокруг своей оси Землю просто осушило изначально, начало сушить планету. Представляете, какое давление, объекты стали сдвигаться в середину. Водная стихия стала смещаться в середину, представляете, планеты. Ну, вы видели, какой был исход, невероятный. Если так планета начнет вращаться, тут, конечно, разорвет в первую очередь, наверное, атмосферу, космическое пространство выкинет. Потом уже, да, будет коллапс происходить. В итоге, конечно, разорвало Землю, где я еще добил ядро планеты, размотал еще сильнее. Планеты Земли не стало, зато было интересно посмотреть. Ставьте, друзья, лайки, подписывайтесь на канал. Следующий эксперимент выйдет очень интересный. Не пропустите, подписывайтесь. Давайте, друзья, всем здоровья, всем удачи. Не болейте, друзья.